Во дворе дома 6202 идет ремонт по программе «Наш двор». Отсутствие тротуаров создало своеобразную полосу препятствий, которую жители пытаются пройти ежедневно. Вот такую картину наблюдают жильцы при выходе на улицу. Вместо тротуарных дорожек – песок. Одни обходят это место стороной, другие вынуждены идти напрямик. Ну, будет же лучше. Я к этому. По мне, так лучше пусть временно почувствуем трудности, а потом будет лучше. Конечно, неудобство, но это же, как всегда, в каждой квартире делаешь ремонт. Вначале грязь, а потом красота. Жители понимают, красота будет потом, но только возникает вопрос, когда. Сейчас же отсутствие тротуара вызывает трудности у жильцов, особенно пожилого возраста. Из-за высоких ступеней им приходится прилагать большие усилия. И чтобы попасть домой, они прибегают к помощи подъездной колонны. Здесь пенсионеры живут, а они прям пройти не могли. Вот там еще высоко, видите, то есть видно было, что людям тяжело. И еще дождик был, как раз грязно было, потому что люди, ну, видно, что возмущались. Как бы. Вот это неудобство. Хотя бы временную дорожку надо сделать нормальную, чтобы люди могли спокойно проходить. Хотя бы. А то в песок кидаемся. А если будет грязь, дождь, мы утонем. Просьбы жильцов были услышаны, и в течение 2 часов после отъезда съемочной группы у подъездов выложили дорожку с помощью листов и спрессованных опилок. Сегодня, завтра планируем уже устанавливать бортовой камень, по ребрике заливать бетон. Ну, в течение 2-3 дней уже движение для людей улучшится, будут ходить уж по бетону. Работы во дворе дома 6202 должны завершиться в течение месяца. В планах заменить детскую площадку, установить скамейки, урны и фонари. Екатерина Дьячкова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ.